Возможно, эти рыбы резвятся, как мальки, но это тунцы, каждый весом по 2 килограмма и больше. В этих водах 4 вида рыбы промысловые. Это косяк полосатого тунца, но в нем встречается и желтоперый. На этом судне нет сетей. Традиционное ужение с помощью обычного удилища теперь используется в промышленных масштабах. Водяные струи разбиваются о корпус судна и поднимают волнение, похожее на бурление, вызываемое косяком мелкой рыбы. Вместе с этим для привлечения тунца вокруг судна разбрасывается живая приманка. Быть может, слишком много усилий ради нескольких рыбин, но техника «палка с леской» может быть удивительно эффективной. Туристическое рыболовство стало в океане крупным бизнесом. Количество тунца в 30 раз превышает весь объем рыбы, вылавливаемой рыбаками на обед. Но правда ли, что коммерческое рыболовство безопасно? Полосатый тунец – самый маленький и многочисленный из всех тихоокеанских видов. Он достигает зрелости всего за год и мечет икру несколько раз за сезон. Казалось бы, это безопасная добыча, так как количество рыбы скоро восстановится. Но не везде морская жизнь такая гибкая.